А стоило ли вообще ходить в крестовые походы? Причем не раз и не два, а целых 9 раз, по крайней мере, в одну только Палестину. Помилуйте, что за вопрос? Ведь Deus vult, этого же хотел Бог. Так нам бы ответили инициаторы крестовых походов, папа Урбан II и участники Клермонского собора 1096 года. Однако историки расходились и по-прежнему расходятся во мнениях, оценивая причины, ход событий и последствия крестовых походов, а также их наследие в исторических судьбах Европы, Ближнего Востока и Византии. Что хотели крестоносцы, чего они добились и каковы были результаты их деятельности, а также что они унесли с собой из Палестины. Следим за дискуссией историков Михаил Бойцов и Олег Воскобойников. Здравствуйте, господа. Здравствуйте. Здравствуйте. Крестовые походы. Доблесть или позор Европы? С чего все начиналось? Кто был инициатор и был ли инициатор? Я имею в виду человека, у которого был проект крестовых походов. Вот была ли какая-то личность? Нет, не было. Так. Не было. Не было. Вот как бы... Нет, то были... Может быть, как вы, то, с чего вы начали, да. Так сказать, Господь захотел, потому что место такое необычное. Воскобойников Олег Сергеевич окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, исторический факультет, а также Высшую школу социальных наук Парижа, кандидат исторических наук, доктор истории Высшей школы социальных наук Париж. Ординарный профессор Школы исторических наук Национального исследовательского университета Высшая школа экономики. Академический руководитель магистерской программы «Медиевистика». Автор трудов «Душа мира. Наука, искусство и политика при дворе Фридриха II», «Тысячелетнее царство. Очерк христианской культуры Запада», а также ряда научных работ по истории средневековой культуры. А дальше виновников, как всегда, много, и можно спорить, кто из них главный, вот, а кто менее важный. И папа сыграл свою роль, но мы никогда не узнаем точно, что именно он говорил на том соборе, потому что как-то буллы не было. Был разговор, слезы вроде бы были, но слезы принято лить, когда серьезный какой-то... Это как бы народное изъявление. Да. Слезы, они намного суггестивнее, чем смех в истории средневековой Европы. Если что-то серьезное, надо поплакать. А тогда такой провокационный вопрос. А смех мог быть вот в этом контексте? В контексте крестовых походов? Да. Пошли, ура, вперед, в Палестину, ха-ха-ха. Нет, что-то скорее не до смеха. Бывало такое, бывало. Мы радуемся той возможности. Смех, да, смех как перспектива. Мы радуемся, во-первых, спасению наших душ, во-вторых, возможности положить наши тела за благое дело. Да. Вот в чем вопрос. Значит, это было дело спасения душ. Которое по-разному все понимали. Бойцов Михаил Анатольевич окончил Московский государственный университет имени Ломоносова, исторический факультет, доктор исторических наук, профессор школы исторических наук Национального исследовательского университета Высшая школа экономики, автор монографии «Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой Европе», а также ряда учебников и многочисленных статей по истории средних веков. И когда наши публицисты или историки сплошь и рядом говорят о том, как Запад не помогал Византии в ее сложные моменты, то надо вспомнить, что Запад как раз отправился помогать Византии. И первый крестовый поход, он, конечно же, в принципе, помощь Западу. Ни о каком гробе, ни о какой святой земле, ничего этого абсолютно в концепции, по всей видимости, не было. А помощь в чем? Ну, во-первых, действительно, восточным церквям, то есть старым патриархатам, а во-вторых, насколько я помню, обсуждался также вопрос и о судьбах, собственно, западноевропейских паломников, которые весь XI век ходили. Защита паломников из Западной Европы. Защита паломников, да, из Западной Европы, потому что в течение XI века было несколько таких экспедиций. Там разные цифры называют, в том числе историки, иногда какие-то немыслимые, типа несколько тысяч человек под руководством не кого-нибудь там, а архиепископа Майнского направляются в Святую Землю, тысячами там гибнут, ну, как-то я, в общем... Без оружия при этом. Без оружия, то ли 7 тысяч, то ли 15 тысяч. Да, это все очень... То есть, где 15 тысяч, там, мне кажется, может быть и 500-600. Ну, но все равно... Символика числа тогда работала. Да, важно, что, ну, какие-то серьезные люди. И все гибнут практически, не могут сопротивляться каким-то бандитам, которые на них нападают в пустыне, пока не приходят добрые мусульманские правители и не прогоняют бандитов и не проводят их до Иерусалима. Так, вот это очень интересно. Значит, а бандиты были известны или неизвестны? Ну, какая-то шайка, наверное, мусульмане, она может и не совсем мусульмане. Бедуины, это не сейчас они безопасные. А но приходят добрые, да, мусульманские правители. Да, которые заинтересованы в паломниках, потому что паломники деньги приносят, так или иначе, да, христианские паломники. Тут еще была такая сила, как мне кажется, важная, которую мы, не то чтобы ее игнорируют, но мы обычно, знаете, всяких Готфридов и прочих Беймундов, там, и доли Дойка Святого, да, но были еще итальянские морские республики, которые вообще не бог весь как считались со всякими там, знаете, этими религиозными ценностями, они, конечно, были религиозные и помогали крестоносцам, но они умели и торговать, и, соответственно, договариваться с Востоком, причем со всем Востоком. И с Каиром, который Вавилоном назывался, и с Сирией, да, как бы весь Левант – это сфера интересов сначала Амальфи, да, маленького городка, первой такой вот морской республики, потом его более сильных противников на севере – Венеции, Генуи и Пизы. С конца XI века Бари тоже иногда стал собственную роль играть, когда они утащили Николая Чудотворца и как бы разрослись. Принято говорить, перенесли мощь. Перенесли. Нет, ну они их-то стащили. Ну, тем не менее, со всем почтением, да, религиозным. С полного согласия святого. То есть это какие-то еще дополнительные акторы, да, вот в нашей ситуации крестовых походов. И непонятно, в какую сторону эти акторы будут дальше играть. Ну да, я бы сказал, что вот в XI веке возникает такой новой силы, двунаправленный вектор между Востоком и Западом. Ну вот Алекс Сергеевич представляет одну линию в историографии, объясняющую корни и истоки крестовых походов. Он настаивает на линии паломничества. Это развитие традиции паломничества. Есть в историографии другая линия, которая настаивает на том, что здесь главная идея священной войны. Идея священной войны против, прежде всего, язычников на самом деле. Там еретики... Некоторую роль играют язычники, кто такие мусульмане, непонятно для христиан, что на Востоке, что на Западе, как их определить, потому что им же никто не объяснял, что есть такая новая мировая религия, да? Ну, учебников не было. Там, учебников не было. Значит, это либо нечестивцы. Но люди книги при этом. Люди... Вот это могло звучать? Нет, это либо евреи, иудеи, то есть, да, либо это еретики, либо это язычники. Три варианта, четвертого не дано. И постепенно там все варианты были испробованы, надо сказать, но больше всего оказалось симпатии на стороне концепции, что это язычники, что начисто противоречит, конечно же, любым основам ислама и представлению любого мусульманина о себе, о своей вере. И, как ни странно, даже участники крестовых походов сплошь рядом, вроде бы очевидцы, описывали языческие обряды мусульман и то, как они поклоняются идолам, в частности, идолу Магомета. Да? Абсолютная чушь. Невозможно. Но все-таки прозвучала, да, ваша концепция, Алекс Сергеевич? Не то, чтобы я ее прямо поддерживаю, да, но паломничество... Они же пилигримы, и есть концепция священной войны. А может быть, что это паломничество и есть священная война? Мне кажется, что они в какой-то точке, эти две концепции, сходятся. В нашем с Михаилом Анатольевичем учебнике, по которому мы, значит, и учились, и преподаем, там вообще это называется военно-колонизационным движением с религиозной подоплекой. Да? Почему колонизационным? Потому что, как мы знаем, возникли королевства, жизнь какая-то развернулась, да? Примерно как Израиль, современный опыт построения государства на той же самой. С какими-то анклавными с анклавами, стены всякие, тоже от всех охраняемся. Очень многое повторяется. Мне кажется, что у рыцарей, которые постепенно станут госпитальерами, тамплиерами и прочим, у кого-то из них сильнее действовал мотив вообще сбежать с родины, уйти от местных проблем, чтобы как бы завоевать себе царство и земное, и небесное с помощью кулаков и меча. То есть авантюра. Да? Мы должны учитывать, что это крестовые походы совпадают с рождением рыцарского романа, который весь про то, что рыцарь один на один, значит, там с опасностью, с мечом в лес куда-то там несется. А, ну в лес, да, него... это такой род эскапизма, да, вот, то есть он уходит от чего-то. Ну, он идет искать себе проблем, так сказать, да, вот, находит, может быть, и прекрасную даму, да, там, ну, или Грааль. Даму, если попадется. Ну, как миф о Граале, это же тоже такая, как бы, проекция крестового похода. Грааль в средневековых легендах о короле Артуре либо таинственная реликвия, либо чудесный сияющий камень, либо чаша Тайной Вечери, в которую собрали кровь распятого Иисуса Христа. В поисках святого Грааля странствовали всю жизнь славные рыцари короля Артура и ради приобщения к тайнам этой святыни совершали свои подвиги. Но это высокие идеалы. Да? Просто я... Наверное, если представляю какое-то направление в историографии, то которое верит, что у человека не только такие материальные или сугубо прагматические интересы есть, но есть и что-то такое в подкорке, да, какие-то мечты или страхи, там, сны, да, которые его могут на что-то такое сподвигнуть. Да. В начале XI века мусульмане стерли с лица земли храм Гроба Господня. Это факт. Вообще мусульмане – это такой сумасшедший, безумный... Его восстановила Византия. Да. Храм восстановила Византия. И где-то с 30-х годов XI века начались, как бы, ну, западные паломники стали приходить туда, в Святую Землю, видимо, услышав про то, что произошло с храмом Гроба Господня, да, что его восстанавливают, стали приходить, ну и... Как бы мы не можем себе представить, что проповедь какого-то папы, который вообще-то, у которого и права-то довольно липовые были, они же там все, ну, это же борьба за инвеституру. Инвеститура. В средневековой Европе порядок назначения на высшие церковные должности епископов и настоятелей крупных монастырей. Мы часто воспринимаем крестовые походы по количеству, да, что их там типа... Для одних там, 6, для других 8, 9 и так далее. Но ни один поход на самом деле не представлял собой единое такое движение. Они никогда не могли друг с другом договориться. Ну, прямо как военная операция в Сирии. Смотря назад, искусственно, да, вот как бы так вот нарезаем, да, вот какие-то этапы. Ну, вот. Какая-то логика есть, да, в этой нарезке. Угу. Да, но мы должны понимать, что и между, скажем, первым и вторым походами, там около 50 лет, да, там 40, угу. 45 лет проходит, там тоже масса стычек и массовое движение туда и сюда, туда и оттуда. И во время похода есть и приток, и отток. То есть это постоянное такое вот движение. Кто-то смылся, извините за выражение, да, слился, смылся. Ну, это детали все. Ну, это все детали. Нет, ну, это вот какие-то ситуации реальные, которые... А все-таки, да, вот паломничество. Вот что такое паломничество для средневекового общества того времени? Что это означало? Ну, это давняя практика, идущая с IV века. Но я не могу согласиться, например, с мнением Алекса Сергеевича, что вот это романтическая такая история, начитались они романов, или романы отражают некое состояние... Насчет романтизма на состояние... ничего не заявлял. Состояние... Нет, отметил, да, что это время совпадает с зарождением рыцарского романа. Я бы сказал, хорошо, не романтическое, а романическое начало. Романическое начало, да? Значит, представьте себе, что у вас еще 10 братьев имеются, да? И у вашего отца не очень много владений, которыми он может поделиться. Представьте себе еще, что, в общем, скорее всего, ваш старший брат, если он не скончается, то случайно получит все. Это майорат, да? Это принцип майората. И, соответственно, тогда у вас возникнет вот это романическое настроение, желание поехать в лес, куда-то в море, поскакать в лес. Да, вот отправиться в какой-нибудь... Приступ паравализма. Мы знаем даже некоторые семьи вполне конкретные, там вот нормандская, из Нормандии семья каких-нибудь Отвилей, где тоже примерно 10 сыновей, и штук 6 отправились на юг Италии искать для себя приключений, радости и удовольствий. А еще оставшиеся отправились в Англию. Значит, с Вильгельмом Завоевателем 1066 года. И, в общем, получили тоже там какие-то баронские владения после Гастингса. А другие там половину Италии завоевали и затвили. И потом благополучно происходит тамошняя королевская династия на юге Италии. И, кстати, там тоже против арабов. Они же, почему их, собственно, папа в конце концов признал, в благодарность за то, что они сняли арабскую угрозу на юге Италии. Изгнали из Сицилии арабов. Да, они там с Тимуром много лет воевали на Сицилии, но это, кстати, тоже ситуация, которую мы должны бы вспомнить, что линия соприкосновения проходит не только на Ближнем Востоке. Это у нас прежде всего Испания, и там многое отрабатывалось едва ли не раньше, чем задолго до Клермон-Ферранского. А уже халифат был к тому времени? Халифат в XI веке отдельный, собственный, и вообще там в X веке. Запад Европы у нас тоже оказывается исламским и арабизирован. Подъем максимальный, скорее, X век, Абдуррахман III, XI век уже распад уже халифата местного. Но, тем не менее, это одна линия соприкосновения. Халифат. Теократическое государство с халифом, наместником пророка во главе, которое образовалось в результате арабских завоеваний VII-IX веков. Там будет контрдвижение с юга, да, Аль-Махады всевозможные, Аль-Муравиды, и контрнаступление на север. Но это одна зона соприкосновения и контактов и конфликтов, где кое-что отрабатывалось. То есть вот есть вам замок, товарищи рыцари, давайте из этого замка на пограничье пытайтесь что-нибудь устроить. Мы здесь, например, какое-нибудь общество создадим в этом замке святого, если не святого Иакова, то еще кого-нибудь. И наша задача будет обороняться против мусульман. Это же будет, мы постепенно увидим сходные структуры, которые будут возникать по всему Ближнему Востоку. Там мы знаем 3 или 4, на самом деле их было много, этих орденских организаций, этих братств, которые, некоторые из которых распались очень быстро, другие существовали очень долго, но модели уже начали отрабатываться в Испании, скорее всего, такого рода. Цистерцианцы, кажется, и клюнийцы. Клюнийцы и цистерцианцы, кажется, поддерживали такого рода. Реформированное бенедиктинское движение монашеское вот дало основу для такого рода рыцарских братств. Собственно, кто такие Милиция Кристи? Это прежде всего монахи. Это прежде всего монахи, которые, разумеется, меча в руки не берут, но это воины Христовы, с точки зрения клюнийцев, это монахи, замаливающие наши грехи. Это же термин Бернарда Клервоского, да, Милиция Кристи? Или, по крайней мере, его... По крайней мере, он его использует. Это даже до него, но он переносит это действительно на рыцарей. На рыцарей. Он написал знаменитую похвалу тамплиерам, то есть храмовникам, когда орден сформировался более-менее, то одной из его учредительных артий, скажем так, в кавычках, стала очень красивое и пока не переведенное на русский сочинение Бернарда «Похвала новому рыцарству». Тамплиеры – члены католического духовно-рыцарского ордена, основанного в Иерусалиме в 1118 или 1119 году. Тамплиеры распространились во многих европейских странах, прежде всего во Франции. Помимо военного дела занимались торговлей и ростовщичеством. В 1312 году папа Климент V упразднил орден. А за что он хвалил? За то, что они за как это называется, за бескорыстие. Он увидел в этих первых храмовниках, в первом поколении храмовников, надежду на то, что можно быть, в общем-то, в миру, да, и спасать святые места, как они назывались, да, Лока-Санта, то есть то, что мы называем Святой Землей, но имеется в виду именно места страстей Христовых, проповеди, да. То есть эти локусы, да, локусы, как и сейчас, да, эти Назарет. А вот что это? Можно какой-то вот, хотя бы краткий перечень, шорт-лист этих? Ну, шорт-лист, это прежде всего, конечно, Иерусалим, да, то есть место страстей, Назарет, Вифлеем и Генесарецкое озеро, поскольку, ну, Фернаум, где все это началось, то есть Галилея. Да? Галилея. Да. Вот. И я, например, со студентами моим на палеографии читаю, то есть как бы рассматриваю, читаю такую карту в Сен-Бертенском сборнике одном в Германии, значит, конца XII века, такая карта Иерусалима, круглая, естественно, да, на которой нарисованы и подписаны улицы, врата, заставы, 4 заставы, башня Давида, храм Соломона, храм Гроб Господня, прям такой круглый с базиликой. Ну, главное, что ротонда, они знали... Вообще, для Средневековья ротонда – это прежде всего храм Гроба Господня. Это, все-таки она, у нее основа-то константиновская, IV века. Сейчас это реально постройка... Анастасис. Да, церковь Воскресения. Ну и вот все толпы, которые мы видим там сейчас, они, в общем-то, примерно так же выглядели и тогда, да, то есть они шли, чтобы потрогать, да, прикоснуться к, ну, фактически к божеству, потому что от Христа, в отличие от обычных, от других святых, не могло сохраниться материальных свидетельств. Да, там немножко в те годы как раз фантазировали на тему его молочных зубов, пуповины и крайней плоти, предположим, там, да. Еще зубы и волосы. Да, молочные зубы и волосы. Они, конечно, с ума сходили и сами же себя критиковали. Это, наверное, перенос какого-то земного в небесную. Потому что святое хочется потрогать, да. Конечно, наверное, в сути паломничества это тактильность, да? Суть паломничества, конечно, да, и прикоснуться, потому что, может, глаза у тебя болят или там рука отсохла, прикоснешься. Ну, собственно, как и сейчас это все работает. А тогда получается, что крестовые походы не только дойти и прикоснуться, а дойти и остаться. Ну, так? Вот я не думаю, что они представляли себе вообще, во что это все выльется. Мне кажется, что они все-таки были большие авантюристы. Вот, и... Но это на первых порах они были авантюристы. А потом стали практиками. Потом это вот материальные вещи, они всплывают. Вполне регулярные вещи, сезон, да? На сезон отправлялись в паломничество вооруженное. Особенно это хорошо. Сезон это когда? Сезон это от навигации до навигации. А, по навигациям сезона, да? Да, и в принципе это особенно хорошо видно в других регионах, которые как бы приравнены папами по статусу к Святой Земле, вот скажем, та же Ливония или Пруссия. Были и аналоги, но в другом направлении. Да, ну вообще приличный рыцарь на самом деле должен был бы отметиться, провести сезон где-нибудь в Испании, потом на Ближнем Востоке, и потом в Пруссии или Ливонии. Последовательность роли не играла, но вот эти странствующие рыцари, у них был действительно вполне реальный исторический прототип. Знаем действительно целое семейство, которое так или иначе осуществляли такой вояж, и везде должны были преломить какие-нибудь свои копья, сразиться потихоньку с язычниками. И вернуться. И вернуться, да. С язычниками в их... по возможности, да. Если живой, то возвращаешься, да? Если нет, тогда извини, да, там остаешься. Но не так, чтобы вот обязательно должен положить там душу и тело, на это вот спасение. Ну, правда, это приводило иногда к неприятностям, потому что вот какие-нибудь местные как раз христиане, какой-нибудь магистр ордена или какой-нибудь король Иерусалимский только что достиг перемирия с противниками, и очень хорошее перемирие. А тут приезжают новые свежие паломники, начинают кричать: мы хотим сразиться, мы хотим душу нашу спасти, дайте нам врагов, мы сейчас их в капусту порубаем. А тут такая политическая ситуация сложная, только что достигли некоего согласия, а тут эти рвутся в бой. И им нужно устроить пару хорошие пиры, удовольствия, развлечения. Говорят: да-да-да, конечно, пойдем в бой, но не сию секунду, давайте сначала расслабимся. Давайте. И вот так их нужно было успокаивать, пока либо положение не изменится, либо они сами не утихомирятся. Но, в общем, их эгоистические заботы о собственной душе, да, ставили под вопрос, могли поставить под вопрос общее дело. Вообще все... Конечно. Ну, налицо какой-то конфликт крестоносных поколений. Да? Вот есть поколение оседлое, да, которое что-то уже достигло, да, чего-то. И там, да? Родившихся. И там... А у них было какое-то самоназвание, или как-то вообще они назывались? Иерусалимляне. Вот Иерусалимитане. Да, это, ну, даже один из исторических текстов того времени, он называется... История Франкорум, это Хиерозолимитанорум, то есть как бы жители Иерусалима. Франки – это те, которые как бы с Запада. Франки – это все Запад, это вообще как Запад. У нас фрязи. А есть еще и тутейшие такие местные, то они уже иерусалимляне. Да, но, кстати, вообще иерусалимлянами стремились себя называть все, кто до тут дошли. Да, примерно как тот, кто сходил в Компостеллу, он обретает немножко этой святости, да, и он уже компостелец. Вот. Ну и арабы различали, там тот же самый Узама ибн Мункис, он очень четко различал между франками, которые свежеприехавшие, дикие, необразованные, некультурные, нецивилизованные и невежественные. Сморкаются в занавеске. Совершенно некуртуазные. И теми, кто здесь уже пожили, которые поняли, как надо красиво жить, хорошо жить, которые держат местную арабскую кухарку, например, или тюркскую кухарку, и приглашают в гости мусульман, говоря, не бойтесь, у нас никакой свинины точно не будет, но все равно лучше, пожалуй, к ним все-таки не ходить, потому что какую-нибудь гадость все равно подложат. Но в любом случае это куда более культурные люди, с которыми можно общаться по-человечески, которые не начнут там выкидывать тебя из церкви, если ты будешь поклонишься, будешь кланяться и молиться в сторону Мекки, а не в сторону иконы, иконостаса. А если свежие пришедшие франки, они сразу за шиворот выгоняют из церкви. Ну, какие-то просто грубияны. Да, есть свидетельства страшной резни, взаимной резни и ненависти, да, с одной стороны. Ну, между условными европейцами. Да? Скажем, там, европейцы страшно совершенно порезали там, всех в Антиохии и в Иерусалиме, да, во время первого... При взятии, да. Ну, то есть они сами же потом к себе удивлялись, естественно, порезав заодно и своих. Да, там, кто там разберет, потому что это голодьба, которая ворвалась там, после годовой осады, там, сколько, год и 8 месяцев, что ли, осаждали Антиохию. Это реальные цифры, да? Ну, цифр мы никогда, или конечно, не узнаем, но кошмар был. Ну, это был полтора кошмар. Года, больше? Да, около полутора лет они осаждали, ну, потому что Антиохия. Вот, с Иерусалимом тоже как бы резали реально. Но потом у нас есть немного, но есть свидетельство какого-то нормального взаимопонимания, что, скажем, христианин провел мусульманина к святым местам, общим этим святым местам, чтобы помолиться, защитив его от какого-то, значит, там местного христианина. На гору Сион, да, к могиле Давида? Ну, например, да. Ну, предположим. И наоборот, мусульманин, который помогает христианину, даже какой-нибудь эмир спасает какого-нибудь графа, да, в битве. Да, то есть как бы... свой, чужака, и не какого-нибудь, а того, за которого выкупы такие платились, что... Да, их же все, не всегда была резня, а часто это торговля такая. Они друг другом торговали, потом выкупали. Вот. Ну, самая известная история – это с Людовиком Святым, который обошелся там в 2 госбюджета. Людовик IX – французский король с 1226 года, из династии Капетингов. Провел реформы по централизации своего королевства. Дважды отправлялся в крестовые походы. В одном потерпел поражение в Египте и попал в плен к мусульманам, но был из него выкуплен. Трудностей другого похода король не перенес и скончался посреди своего лагеря в Тунисе. Нам кажется, что это очень дорого, на самом деле вполне понятная мера. Ну, да? Европейцы потом за Ричарда II взяли, да, не меньше от англичан. Отыгрались. Ну, в другую сторону. Это как-то так не совсем, они не разорились. Да, друг друга там брали. Но как бы крестоносцы во многом воспользовались неполадками между двумя халифатами и даже внутри, так сказать, тех эмиров, которые там... Шииты и сунниты, прежде всего, да. Но между собой они тоже, в общем, редко когда могли договориться по-человечески. Вот. А есть очень интересное свидетельство, это «Хождение Даниила Паломника». Это удивительный совершенно текст. И там есть одна очень важная такая фраза для понимания, ну, психологии паломника. Вы знаете, ну, я, конечно, ходил туда, я 1,5 года там жил, я многое видел, но нашел ли я Христа? Большой вопрос. А вот я знаю людей, которые не ходили никуда, а сидят у себя, молятся по-человечески. И Христос у них внутри, да, и Святая Земля, она внутри тебя. Он очень мудрый был человек, с такой самоиронией. Сам-то он привез с собой и Святой Земли, и меру гроба Господня. Паломники привозят с собой сувениры. Они материализуют и для оставшихся, для своей общины, для своего монастыря или для своего города. Они материализуют свой жизненный опыт, свой опыт прикосновения к реликвии и находят некий способ его передать. Это могут быть самые разные предметы, вещи очень абстрактные. Мера гроба, например, да? Это не камень, это не что-то, это вот некие единицы измерения, которые вы приносите, которые позволяют, между прочим, у вас дома в храме Святой Софии, например, Новгородской, или в любом другом храме, воспроизвести гроб Господень. И вообще в Европе очень много разных копий, вариантов. Да, как бы проецируются вовне, через некоторое время появляются маленькие Иерусалимы. Или очень большие новые Иерусалимы в 17 веке. Или вот такой, да, вот большой, как у нас. Или поменьше. В центральной Франции, собственно, относительно недалеко от Клермон-Феррана есть такая церковь, которая сейчас считается географическим центром Франции. Сан-Сепульк. Ну, то как бы, ну, реально в центре, вот так, между Пуатье и Клермон-Ферраном, по моим воспоминаниям, она, естественно, копирует эту самую... Что это за церковь? Ну, как церковь-то 12-го, если я не ошибаюсь, века. Ну, в общем, появление этих самых Иерусалимов, это тоже, ну, такое монументальное свидетельство этой новой связи. В общем, конечно, крестоносное движение, вся эта история с крестовыми походами, знаете, даже если подавляющее большинство западноевропейцев толком ничего не знало, не понимало, что там оно на самом деле, все-таки каким-то изменениям в общей картине мира вот сейчас поговорим. Могло... Меня очень заинтересовала ваша фраза по поводу... трафика крестовых походов. Вот туда, волна сюда, туда и обратно. Тогда вопрос. Обратная волна та же самая, только вот уже прикоснувшаяся, или кто-то еще отправлялся в обратный путь вместе с крестоносцами? Ну, вот тому же самому Усаме Ибн Мункызу предлагал один франк, образованный как раз и просвещенный, взять сына Усамы и приобщить его к европейским ценностям. Но отец подумал, боже мой, о чем он говорит, какие ценности, да? Вот, к чему приобщать? Ну, в варварскую страну отправлять единственного сына, какой смысл? Это кошмар какой-то, что за идиотское предложение? По-моему, он еще сослался там, на какую-то жена будет недовольна. Или что-то. Ну, хотя, может, это анекдотическое. Он как человек с Востока нашел вежливое оправдание, вежливое объяснение, но, в принципе, в душе был глубоко возмущен тупостью вообще самого предложения, самой идеи. То есть в этом смысле крестоносцы не были никакими цивилизаторами? Ну, они, в глазах... наоборот, как бы, да, с точки зрения той стороны, вот, с которой они соприкасались, они цивилизовались там на месте. Та сторона была разная, но с точки зрения интеллигенции, интеллектуалов, конечно же, это были диковатая публика. Ну вот одно из таких интересных последствий первых крестовых походов стал перевод Корана на латинский язык. Коран – главная священная книга мусульман. Собрание божественных откровений, ниспосланных пророку Мухаммеду. Включает проповеди, заклинания, молитвы, назидательные рассказы и притчи, произнесенные Мухаммедом в Мекке и Медине. Инициатором выступил просвещенный аббат Клюни Петр Достопочтенный. Не святой, но как бы достопочтенный тоже абы кого так не называли. В общем, один из таких самых куртуазных и просвещенных аббатов своего времени, он приехал... Глава, ну, то есть Клюни, понятно, он главный аббат, один из главнейших аббатов западного мира. Мощнейший, он приезжает в Толедо с объездом таким, едет по клюнийским аббатам. Визитация, да. Приезжает, находит там двух переводчиков, западноевропейцев, не арабов, да, переводчиков с арабского, которые сидят над Птолемеем. Переводят, сели за Альмагест, там что-то такое, астрономию всякое. Говорит, так, ребят, вы это все бросаете, едем со мной переводить Коран. Зачем? Потому что крестовые походы идут, и, в общем, то, что мы с вами называем «знать врага в лицо». Вот это первое свидетельство. Это книга врага. Это книга врага. Но что самое интересное, что эти два товарища, Роберт Кеттонский, англичанин, и второго забыл грешным делом, но тоже умный человек, значит, они садятся переводить вражеский текст и Коран, где... Каждое слово может истолковываться. Ну, короче, Коран без тафсира нечитабелен, да, ни на каком языке. Поэтому отношение к арабскому, собственно, в исламе по-прежнему совершенно особенное. Да, это прямой язык Бога. В принципе, ну вот я в Иерусалиме тоже когда был, значит, там такой казус, чтобы попасть в храм скалы, ты можешь притвориться мусульманином, прочтя несколько аятов на арабском, и тебя, как бы, если допросят, то, в принципе, можно и сблефовать, да. Ну, я как бы не решился, конечно, на это, но факт тот, что арабский язык – это совершенно особая такая тема для Корана. Перевод на священную для христианина латынь вражеского текста – это, в общем, мягко говоря, нетривиальный ход. Культурная революция. И перевод этот сохранился, о нем есть исследования, и что самое удивительное, что это научный перевод. совершенно ясно, по нашим что современным они, меркам, или по нашим современным меркам. Да, ну просто я специально занимался этой темой и как более-менее отвечая за свои слова, совершенно очевидно, что переводчики пользовались услугами специалиста по тафсиру, да, то есть корановеда. Да, это такой как бы мини-НИИ, да, научно-исследовательский институтик, да, в результате которого возник и латинский Коран, не для распространения. Да, это не означает, что каждый крестоносец получал экземпляр, ну, да еще и с комментарием. В давние времена для служебного пользования. Да, Петр Достопочтенный был совершенно конкретный прагматичный проект. Значит, Бернард написал вот эту похвалу тамплиерам, и Петр Достопочтенный, у которого были сложноватые отношения с Бернардом, но он знал, что никто круче Бернарда не напишет воззвание, да. И они договорились, что Петр организует перевод Корана, Бернард его читает, и пишет какой-то антимусульманский трактат. И Бернард не написал трактата. Он не успел, там не помню, в чем дело было, отношения их тоже были сложные. Но Бернард обещал. Да? То есть это действительно был прагматический проект. Ну, читать вот так вот Коран, во-первых, это в прелесть впадешь, да, выражаясь на христианском языке. Всякое может произойти, конечно. Во-вторых, что-то, читай, да, ничего не поймешь, вообще ничего не понятно. Ну, плюс там хвалят Иисуса Христа и Деву Марию. В Коране. У тебя тогда вообще разрыв шаблона произойдет. Да, они же нечестивцы, да, но при этом факт остается фактом, что внутри вот этого самого, в общем-то, крестоносного общества, настроенного на священную или, как чаще говорили, справедливую войну, да, возникает идея, что это вообще не просто быдло какое-то, да, это на самом деле великая цивилизация со своим священным текстом. Они дошли до того, что это религия книги. Они назвали Коран, перевели как «Lex Sarcenorum», что, в общем, очень близко к истине, да. И начали... Это аналогия с «Lex Judeorum». Ну да. И потом у ислама есть закон, да, «Lex»? Ну да, как бы... То есть они были близки к истине и с той стороны, да? Да. Ну и вслед за этим стали переводить и полемическую литературу арабскую, антихристианскую. То есть христианский мир захотел узнать, как на него смотрят со стороны. Ух ты. Это единичные случаи все, но они все-таки есть, интересно. И это Толедо. Да, это, Толедо. Это как раз зона более-менее, не то чтобы мирного взаимодействия, но куда более мирного, не из такого скандального взаимодействия, как на Ближнем Востоке, конечно же. На Ближнем Востоке немножко переводили в Антиохии, но не религиозных текстов. Уровень интеллектуальной деятельности там был намного ниже, вероятно, чем на Сицилии и в Испании. Да? Вот, и уровень взаимодействия. В сущности, крестовые походы не требовались в таком масштабе для того, чтобы познакомиться, так сказать, с мусульманской культурой. Если цель была бы знакомством, да? Цель, как мы понимаем, была другая. Но были исключения. Собственно, одно исключение – это шестой крестовый поход Фридриха II, потому что Фридрих явно симпатизировал мусульманам. Но он не мог не пойти в крестовый поход. Он дал обет, пошел далеко не сразу. Ему дали корону, он должен был дать обет. Его уже отлучили за то, что он все затягивает. Да, он 10 лет тянул, его отлучили, и он пошел под отлучением. Это тоже скандал. И отлучение было наложено на город Иерусалим, потому что он там оказался. Иерусалим под интердикцией. Иерусалим попал под отлучение? Иерусалим под отлучением, да. Потому что могли же, когда хотели, да? Да, патриарх, латинский патриарх Иерусалима, значит, был против Фридриха и писал, как верный латинский патриарх писал папе, что этот здесь хулиганит и вообще ходит тут по гаремам всяким, да, вот. И сохранили всякие анекдоты, в том числе сохраненные арабскими историками, как Фридрих ходил по мечетям, там, якобы, да, общался действительно с султаном египетским Маликом Аль-Камилем, и с ним договорился о 10-летнем перемирии и в свободном доступе христиан в Назарет, Вифлеем и Иерусалим. Это уже когда Иерусалим пал, да? Иерусалим-то арабский, мы должны это понимать. Год у нас какой? 1228, да, где-то там. Ну и, в общем, это такой редкий феномен действительно диалога, но Запад этого не принял. Было очень такую форму диалога не принял. Плюс к этому он еще и посмел сам вроде бы короновать себя иерусалимской короной. согласно легенде, взял с алтаря, положил на голову. Нехорошо, но это все ему потом, все это лыко в строку. Не только коронование, но и вот шашни с мусульманами, слишком близкое с ними общение, слишком мало войны и конфликта. Подозрение в еретичестве, да? Склонности, да. Но это подозрение за ним давно уже тянулось. Вот смотрите, про религиозную или романтическую, например, да, составляющую, вот мне очень понятно. А колонизация была, вот вы сказали, не сразу. Но был какой-то проект колонизации святых мест, Палестины, крестоносцами, строительство государства, понятно, и... Как проект, разумеется, ничего не было. Изначальная идея вообще была, что мы помогаем этим самым восточным церквям. И, в принципе, Алексей Камнин относился к этим приблудшим, пришедшим, плохо организованным западным людям скорее как к наемникам. Алексей Камнин. Византийский император с 1081 года. Захватил престол, опираясь на военную знать. Отразил натиск южноитальянских норманцев, печенегов и тюрок-сельджуков. Вывел империю из тяжелого кризиса. В ходе первого крестового похода вернул империи часть Малой Азии. И, в принципе, своим наемникам, да. Они должны, в принципе, вот восстанавливать нашу империю. Да, вот, и Беймунд Тарянский, он первым вышел из этой парадигмы, когда заявил, что он хочет в Антиохии устроить собственное княжество. Ему говорят, местный как раз византийский начальник, ему говорят, ты что делаешь вообще, ты соображаешь? Ты что, мятеж против императора поднимаешь? Да? Какое собственное княжество? Ты просто должен вернуть законному владельцу, нашему государю, территории, которые вот эти вот нехристи у нас забрали, отобрали. То есть западной империи для Византии не существовало? Конечно же, никогда не существовало. Существует только одна империя, какая может быть вторая империя? Константинопольский Василевс по определению не может заключить равноправного договора ни с кем до 1261 года. Первый в истории Византии равноправный договор с Генуей. А так, ну, как бы, это все равно, что русскому императору отказаться от короны. Да? Он жалует. Случай был, но известно, чем кончился. Он жалует свою милость некоторым, да? А здесь, значит, вот какая колонизация может быть в этих условиях? Так или иначе, но Византия смотрела на крестоносцев как на какой-то свой вспомогательный инструмент. Да, конечно. И это очень строптивый. Да, строптивый. Дорогостоящий. С ним надо соглашаться. С ним надо, да. Но это особая такая... Да, мы, наверное, это вынесем в отдельное производство, да, четвертый крестовый поход. Ну, да. Но, в принципе, мы тоже можем сказать, что крестоносцы работали как наемники на одну из партий, которая участвовала во внутривизантийском конфликте. Да. Они были наемниками одного претендента на престол. Потом, правда, немножко поменяли хозяина. Ну, в общем, это как бы дело наемников. В принципе, с византийской точки зрения это так. Смотрите, я чувствую, что мы не находимся в эти крестовые походы, а нам надо как-то уже к родной земле. Да, понять, кончились они когда-нибудь или нет. Ну, вот вопрос, да? Родной земле, пожалуйста. Русские участвовали в крестовых походах, тоже совершенно замечательно. Отличный ответ нашего Даниила, да, что не надо. То есть это не призыв, да, вместе идти, освобождать там святую землю. А ты можешь как бы другим образом ее вместить в себя. Такой русский ответ. Русские участвовали благополучно в Ливонии, вот в тех краях. Русские участвовали в крестовых походах, притом против литовско-земгальского населения, против жемайтов и земгалов, вместе с меченосцами и прочими всевозможными. Как известно, там поляки участвовали, разумеется, на стороне христиан против язычников, но и новгородцы с псковичами тоже, и именно они были разгромлены в той замечательной битве 1236 года при Сауле, которую у нас часто переводят при Шауляе, хотя Шауляй это и не Шауляй, дело десятое, отдельная история. Еще одно, да, измерение крестовых походов, это вот север Европы. Прибалтика, да. Данная программа носит название «Крестовые походы. Триумф или позор Европы». Ну, так было сформулировано. Вот, предположим, у меня две колонки. Да? Берем бумажку, чертим. Триумф, позор. Давайте хотим. Ну, значит, кто-то за триумф, кто-то за позор тогда. Как... А может быть, вы как-то вот одно и то же явление считаете и позором, и триумфом, или наоборот? Очень публицистическое. Кто такая Европа? Кто такая эта Европа? Папа Римский, который является организатором. Да. Тогда давайте мы сузим до... Вот для Рима, для папского Рима, это триумф? Да не. Но у него много разных позор заборов. Или так, и не так, и не сяк. И не так, и не сяк. Папство уж больно какое-то... Папство окрепло вот в проекте? Я не думаю, что папство какие-то дивиденды такие символические, политические, серьезные получило. Урбан мог бы получить, но он умер. Да? Папы, мы должны помнить, что они обычно быстро уходили из жизни. Да? То есть ты становишься папой лет в 60, в 65 тебя, в общем, женят. Это во-первых. Во-вторых, весь 12 век – это история антипапы. Антипапа – глава католической церкви, чье избрание со временем признавалось церковью недействительным. В Средневековье политическая борьба вокруг папского престола несколько раз приводила к тому, что несколько претендентов на него вступали в борьбу между собой. Победителя в ней признавали истинным папой, а за проигравшим соперником закреплялось название «антипапа». Вот, предположим, ты крестоносец, да, тебе, ты как бы... кидаешься на эту приманку, что тебе все твои грехи прощаются. А у тебя, предположим, там все мир по лавкам, я не знаю, ты там сгноил где-нибудь там в казематах 200 непокорных крестьян, я не знаю, еще что-нибудь. Ну, в общем, у всех как бы грехов, конечно, хватало, и чем тяжелее грех, тем... Причем это вполне искренне могло быть, да? Но ты думаешь, а к какому папе-то примкнуть? К этому или к тому? И думаешь, ой, ну это все зависит от этого императора, но этот император тоже сегодня здесь, завтра он там. Вот. И, в общем, раздрай в таком... А уж в 14 веке как с этим делом было? А тяжело. Дальше еще там хуже. Папы, да. Бесконечные, столько пап. А в 13 веке... период у нас начнется. В 13 веке это, вот это позорно. Да, что в 13 веке папство использовало... такой дух крестового похода, что ли, да, идею борьбы с негодяями и с неверными для борьбы со своими же. Ну, это началось... И альбигойцы, и вся Южная Италия. Это началось в XI веке. Именно как раз Григорий VII здесь до Урбана придумал использовать идею священной войны. Это не только справедливая. Священная война, она вариант справедливой войны. И это называлось именно такими словами «священная война»? Иногда, в данном случае сейчас я не помню, но по идее, конечно, прежде всего эта война... Но осадок остался. Вообще крестовые походы на Ближний Восток – это оборонительные. Да? Справедливая война может быть только оборонительной. Это ни в коем случае... И по зову. Ни в коем случае не колонизация, вот в смысле нового времени. Так, это у нас все про позор, да? А вот про триумф что-нибудь можем сказать? Насчет триумфа я бы все-таки особенно не злоупотреблял этим словом. Тем более, что какой период мы берем? Что такое крестовые походы? Вот вычините хоть какой-нибудь, хоть что-нибудь, не в римском, конечно, да, вот в варианте римский триумф, но хоть какой, средневековый триумф. У меня ощущение, что папы давали санкцию на военный поход против Османской империи еще и в 17 веке. Уж в 15-м, безусловно, 15 век – это поздние вполне крестовые походы против османов, и в 14-м тоже разгром крестоносного войска под Варной 1444 года вполне вписывается в парадигму крестового похода. Там еще бургундские войны. То ли это Нахлейбен, то ли это нормальный Лейбен. То ли просто Лейбен. Просто Лейбен. Потому что 1291 год, когда-то окончание эпохи крестовых походов, важно только тем, что выгнали непосредственно с материка. Тут можно вспомнить 1929 год, да, призыв к крестовому походу молитв за освобождение порабощенных там безбожниками земель, в том числе в Советской России. Но это уже современное использование, крестовый поход как некое организованное движение к цели. Не обязательно физическое, может быть и метафизическое. Здесь все более-менее конкретно. К триумфу хоть что-нибудь хочется добавить. Из всех эпох, которые пережил Иерусалим, то есть это примерно 3000 лет, да, самое значительное монументальное наследие, как ни странно, оставили именно крестоносцы. То есть такого количества церквей XII века, в общем, нет нигде больше на свете, насколько я могу себе представить. Они, конечно, в очень специфическом состоянии, там из них большую часть, как вы знаете, наверное, посмотреть толком нельзя. Это все улочки такие же, как на этих картах XII века нарисованы. Там, да? Монументальное присутствие такой цивилизации, просто опрокинутой на Ближний Восток, оно там ощущается. Триумф ли это? Мне кажется, что это скорее прагматика, да, потому что они ставили замки как центр управления, реального администрирования и охраны дорог между святыми местами. И это Даниил очень хорошо описывает. Да? Вот. И церкви как, естественно, такие порталы, ведущие нас с земли на небо, Да, как бы это вот наши свечки, которые мы ставим там, потому что ну, толпами шли, видимо, привозились артели, которые это застраивали, прежде всего из Южной Италии, поэтому прям по пластике можно видеть. Я был в зале «Тайной вечери», ну, который показывают как зал «Тайной вечери», там профили колонн абсолютно такие же, как в Кастель-дель-Монте у Фридриха II, то есть по мне это явно его рук дело. Вот. И, в общем, все они старались отметиться там монументально. Ну, это очень такой специфический взгляд искусствоведа, разумеется, ну, историк да, архитектуры. Это же живо переживает, вот как бы вот зрительно, да, я вот прямо уже там. Вы знаете, ну... А так, триумф. Нет, что я могу сказать? В политическом плане можно что-то придумать, Саша, конечно. Знаете, это надо придумывать. Для этого нужно время. Это... Да, мы сейчас должны взять тайм-аут, чтобы придумать. Вот сходу ничего не получается. И это очень показательно. Вот у меня нет какого-то целостного впечатления. Я понимаю, что его не может быть. Потому что даже драматургия исторического обсуждения этого сюжета крестовых походов так же сложна, как и само это явление. Но вывод только один. Deus vult. Надо ехать и смотреть. Но сугубо мирным путем. Тогда, может быть, что-нибудь поймешь, прикоснувшись руками. Вот. А ту изумительную пищу, которую вы нам сегодня предложили, мы, конечно, возьмем с собой. Спасибо вам большое. Всего доброго.